Всем привет, Кокраш у микрофона! Сегодня я вас познакомлю с технологией производства чая пуэр. Однажды мне удалось побывать на юге Китайской Народной Республики в провинции Юньнань. Префектура Сушаньбанна, Дайский автономный округ, славится тем, что именно здесь располагается легендарная фабрика Мэнхай. Место, где была разработана технология создания шу пуэра. Отправляемся на плантацию этого волшебного напитка. К слову, пуэр бывает двух видов – шен и шу. Их кусты выращиваются в абсолютно одинаковых условиях. Разница лишь в технологии производства. Листья чая собираются с любовью и нежностью, затем сушатся. На создание шен пуэра может уйти несколько лет и даже десятилетий. Чем старше он, тем дороже. А шу-пуэр готовится в десятки раз быстрее, искусственным методом, но без применения каких-либо химических веществ. Спешу вас успокоить, все полезные свойства этого чудесного чая сохраняются. Выбираю пуэрчик. Как называется этот чай, вот именно пуэр? Какой сорт? Я могу бить его. В среднем вес одного блина составляет от 100 до 400 грамм. У нас на весах оказалось 357 с копейками грамм. Высушенный на солнце чай после сортировки и взвешивания засыпают в металлический цилиндр с подвижным решетчатым дном. Цилиндр ставят на печку и пропаривают листья пуэра в течение 10-15 минут, помешивая пуэрчик деревянной лопаткой. На даче я примерно так же готовлю лепешки. Окей. Похоже, что начали, да? Запашок шикарный. Мне помогает красивая девочка. Цилиндр снимают с печки, натягивают на него тканевый мешок и переворачивают. Поднимают подвижное решетчатое дно и извлекают железяку. Резко. О, я. Мешочек скрупулезно закручивают по часовой стрелке в узелок, приминая ребром ладони формируемый блин.好，这个茶饼做好了以后呢，我们呢把这个茶叶放到石磨上面啊。好，人呢踩在石磨上啊，称好了以后呢，把它倒进那个桶里面，然后呢倒水上去蒸，蒸软了以后呢，把它倒进圆形的布袋里面，制成圆形，然后呢把它放到石磨下面呢来压成饼，每一饼茶就刚才说了357克。Затем заготовку отправляют под каменный пресс. Упитанный мужик надевает бахилы, обеими ногами встает на камень и начинает утрамбовывать лепешку в течение 10-15 минут. Я еще надавлю, чтобы конкретно присанулось. Может быть, еще как-нибудь на руках постоять там. Все равно же не важно, да, как ты это делаешь. 7两多压出来以后呢，放在那个木架上存放上10天或者是半个月，就它晒干了以后，然后呢就可以把这样的茶叶包起来拿去存放了。你回去还要把它拆过，拆开。Так, берем блин, подпрессово. Конкретно. Так. Получается.
Уплотненную лепеху достают из мешка, дают ей отдышаться и еще раз кладут под пресс, придающий круглому диску слегка приплюснутую форму. Так, напишу свое имя, фамилию, отчество. Окей, ла. Май? Ну, which one? Никита. Никита, which one stop? Добрый дяденька в костюме полицейского и татуировками на руках помог упаковать блин экологически чистой бумагой, созданной из коры бумажного дерева. Работники фабрики сказали, что этот пуэр можно пить только спустя 2 недели. Что я и сделал. Опил я его целых 2 года. Это самый классный пуэр, который мне когда-либо приходилось пробовать. Выпивал кружку и попадал в сказку. Ощущения неописуемые. Хотелось жить и творить. Кстати, съемки велись в 2013 году. Там я еще не жирный. Думаю, этот материал все еще актуален. Ведь и по сей день те же самые люди создают тот же самый чай по древним манхайским рецептам. Спасибо.